some instruments just... Oh, this is, for example, here there is a gun. Ну, я думаю, конечно, нужны такие мероприятия для команды. Это как бы еще что-то такое, которое может объединить нас не только на футбольном поле, но и за. Всегда приятно пойти куда-нибудь вместе и провести, скажем так, культурную какую-то программку. Нам сегодня рассказали, в принципе, о самолете реактивном МиГ-29, его функции и для чего предназначен. Всякие такие вот интересные для нас, скажем так, моментики. Все-таки мы мало чего, так честно сказать, знаем об этом. В принципе, интересно получилось. Сейчас еще посмотрим, может, как летают, так вообще будет здорово. Вот такое вот, честно сказать, вижу первый раз, потому что как бы раньше не доводилось вот быть в таких, скажем, местах. Сюда, наверное, не пускают так вот просто. Приятно, приятно, что сделали для нас руководство клуба такую вот экскурсию. Ну, как обычно, готовимся к календарной игре. Конечно, непростой соперник, чемпион, всегда, так сказать, двойной должен быть и настрой, и ответственность, скажем так. Всегда приятно играть с сильными командами. Тем более в последнее время мы не одну игру сыграли. Готовимся, готовимся в обычном режиме. Будем стараться достичь хорошего результата. From the Tvorzhe Vostochne, I don't know how it's called. That it's because in this radar it is signed as some the Ну, всегда интересно выехать из команды с ребятами куда-то не за пределы поля, побывать не в стандартной обстановке, посмотреть что-то новое для себя, узнать, пообщаться поближе с партнерами, немножко поднять коллективный дух, командный дух. Это сплочает немножко. Думаю, что такие поездки, выезды такие нужны всегда. Вот. В Латвии нету такого аэродрома, и выезжали, были выезды на природу, там какие-то другие места. Что-то наподобие такого не было, чтобы посмотреть МиГ-29, и это новое для меня. Но было в Латвии выезды на природу, там с командой, какие-то другие мероприятия, так уже не помню. Готовимся к игре, настраиваемся, соперник серьезный, чемпион, тяжелая игра предстоит нам. Что еще сказать? Ну, вот, готовимся, как обычно, но игра будет сложнее, чем обычно. Так что надо будет немножко настроиться по-другому и